быть, на какую-то другую медаль? Как получилось? Нет, надеялся только на то, чтобы выполнить свою работу, то, что мы готовили, то, что трудились над чем. Вот. Ни о каких медалях старался не думать, потому что это только мешает. В любом случае, это обалденный результат, потому что медаль чемпионата мира – это очень здорово и очень высокий показатель мастерства. Вот. Сегодня выполнил, в общем-то, наверное, на 90% свою программу, потому что были минимальные допущенные ошибки, и как бы остальные ребята все очень серьезной конкуренции. Вот. И получилось так, что я просидел еще всех остальных участников на таких нервах сумасшедших. Вот. Но сегодня сложилось так, что я выиграл медаль, поэтому я, безусловно, очень счастлив. I asked him if he hoped for a medal of a different color, and he said he wasn't thinking about the medals. He was just thinking about doing a good job, and he thinks he did what he came here to do about by 90%. But the level of competition was just really high. But he's extremely happy because a medal at the World Championships is just amazing. How often do you stick those two vaults the way you did today, like in practice? Как часто вам получается приземлиться на этих двух прыжках настолько хорошо, как у вас сегодня получилось? Ну, довольно часто, потому что я довольно давно уже выполняю как бы эти прыжки. Есть альтернатива сложнее, но пока что мы решили с тренером, что мы не будем рисковать, и постарался выполнить на 100%, но сегодня не было доскока в первом прыжке, хотя, в принципе, по ходу полета, как бы я думал, что стану в доскок, но не совсем получилось то, что хотел. Вот. Но в любом случае хороший результат, потому что небольшие отпрыжки — это минимальная сбавка, и судьи достойно оценили мою программу. Я ни на что не жалуюсь, потому что в любом случае есть медаль. He says he sticks them pretty often because he's been doing those vaults for a while. He has some more difficult alternatives, but for now they decided to stick to this vault. And it wasn't as good as he can do, but it was pretty good and the deductions were minimal. Do you plan on staying around as long as Dragulescu and keep making these vault finals and keep winning vault medals? Драгулеску уже сейчас 38 лет, он до сих пор в финале прыжка. Вы планируете столько же оставаться в гимнастике и попадать в финалы? Ну, знаете, это такие динозавры. Очень выносливый человек, очень большой респект ему за то, что он в свои года показывает такой высочайший уровень. Конечно, я еще был мальчиком и не претендовал ни на какие награды и вообще выступления на чемпионатах, поэтому для меня большая честь выступать рядом с таким легендарным спортсменом. А вы сами не планируете? Я не знаю, но пока что я еще на 12 лет моложе, поэтому хочется, мне нравится очень гимнастика, хочется по максимуму взять со спорта. So he doesn't know if he stays if he will stay in the sport as long as Dragulescu, because right now he's 12 years younger, but he loves gymnastics and he wants to take everything he can, and he admires Dragulescu, the fact that he competes at this age and on this level, and he remembers being a boy like far from world championships and looking at Dragulescu, watching him compete, and he thinks it's pretty amazing. And last question, how are you going to celebrate your world medal? Как планируете праздновать? Все, последний день уже можно отмечать. Ну, отмечать особо не будем, потому что у меня дальше идет серия соревнований Бундеслиги здесь же, в Германии. Вот вы прямо здесь остаетесь? Нет, я возвращаюсь в Украину, и потом через 3 дня я улетаю на соревнования. И еще до конца декабря, в общем-то, будет насыщенный график, практически каждую неделю старты, поэтому уже потом будем как-нибудь распланируем свой отдых. So he doesn't plan to celebrate because he has a lot of competitions. He has 3 competitions in the Bundesliga, and until almost the end of December, he has competitions almost every week. Good luck. Congratulations. Thank you very much. Congratulations.